Вы смотрите программу «Автостоп»? А, вы смотрите программу «Автостоп» в действительности. А, в принципе, вы можете посмотреть эту программу и в YouTube. К слову о том, что YouTube — это повторение. Это моя история. И почему сейчас в «Автостопе» нет ни одного человека, который бы вам предлагал запасные части? Потому что наши магнитогорские товарищи сильно-сильно, уж очень как сильно верят в сраный интернет. Почему такой интернет? Потому что, в принципе, моя программа на YouTube так же и называется. Вот. Но, как бы вам сказать, умные сюжеты никто смотреть не будет. И из это я вам говорю вообще про весь интернет. Самый простой и грамотный вариант – это, естественно, телевидение. Почему я говорю и показываю все это дело на телевидении. Теперь маленький другой вопрос, что касаемо телевидения. Они туда не идут, и у них интернет, они говорят, дайте, нам интернет так нужен. Я говорю, хорошо, берите свой интернет, только потом ничего не говорите. Но по одной простой причине я вам масенький нюансик говорю. Масенький нюансик вам говорит и не мною продемонстрировано, где вы можете купить самые дешевые запасные части. Так вот, самые дешевые запасные части вы можете купить через Авито и через Дром. Да, внимательно посмотрите телевизор, и в каждом практически рекламном ролике про это и говорится. То есть вы, в принципе, можете этим делом заниматься. Для этого вам что необходимо? Забудьте про слово «индивидуальный предприниматель», есть такое слово, как «патент». Берите себе. Ой, в Магнитогорске очень-очень мало мест для запасных частей. Да их как у дурака, махорки, они все вам говорят. Если вы приносите прибыль для себя, то вы можете этой прибылью поделиться. А вот теперь другой вариант. Вам же необходимо, чтобы вам пришел человек и товарищ. Так вот, человек и товарищ приходит к вам, если вы обращаетесь в мою личную программу. Я почему говорю, что это для детей? Потому что, детишки, самое главное для вас — включить свои... А что у вас выше шеи находится? Голова. А в голове что у вас находится? Мозги. Будете включать свои мозги, будет хорошо и красиво. А к слову о том, что вы, в принципе, можете пойти либо в высшее учебное заведение, потому что у меня человек с высшим учебным заведением, теперь он сегодня программирует, и это Евгений Тюнькин. Отличный вариант, скоро сделаю сюжеты. А с другой стороны, вы можете пойти туда, где вам машины все раскладывают. Это бывшие Фазанки. Теперь это спецучилище, где вам все это дело рассказывают. А потом уже, давайте все-таки определимся, что и Дром.ру, и Авито вам говорят и показывают все это дело на русском языке. А в принципе, вы можете даже не знать английский язык, хотя иногда это дело вам получится, и вы необходимы будете понимать смысл вашего бытия, что английский язык круче. Так вы сможете это сделать. А потом, обратившись ко мне, можете сказать: «Вау, дядя Лёш, а мы хотим срочно машину купить новую». Так вы не беспокойтесь. Была такая контора. Да. Посмотрите внимательно. Я неоднократно сюжеты делал на YouTube. И в эфире, естественно. Так вот, когда они работали со мной, он машины просто менял. Щелк. А сейчас не меняет. Понятно, о чем я вам говорю? Я говорю для детей. Детишки, ваша тема в ваших мозгах. Я вам примерно все правильно объяснил. Если неправильно, позвоните, я вам четко все уточню. Мой телефончик вы должны знать. +7 951 470 0770.